мой офис на сегодня в поезде. Мы едем в Харьков отводить моего племянника в первый класс. И я заодно монтирую видео. Вот. Не особо комфортно, потому что поезд вот такой трусит, но тем не менее мне есть 5 часов, почему бы не использовать их с пользой. О том, как создать бизнес в Катаре. Я думала, в курсе, что я проводила интервью сильно, у которой есть свой салон красоты. Все анонсы видео я обычно выставляю в своем инстаграм, поэтому если вы не подписаны на меня в инстаграм, обязательно также подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе. Лена, что такое? Обижает тебя Маркус? Обижает Маркус тебя, да? То в школу идти? Да. Какой ты класс идешь? Я в один. В один? Первый. Угу. А что нам Краси. Карина Миколаївна, яка навчить вас бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість. Разом з нею ви помандруєте надзвичайними стежками в країну знань. Илья, как первый день? Понравилось в школе? Да. Да? Огурчики вот тут растут, да? Класс. А это лилии. И вот помидорки. Помидорки? Томейто. Пойдем куда? Пойдем. Крапивы нету? Что? Крапивы нету? Ну, я не понимаю, посмотри. Сейчас мы дома у моих родителей. Возможно, вы знаете, что они занимаются цветами, выращивают лилии, стромелию и всякое такое. А вот. И мы пошли на огород, нарвали слив. Экскурсия от Ильи. Осторожно. Где? Вот. Галопом по Европам у нас получилось заехать даже на один день в Харьков. И я сегодня и вчера даже не выкладывала сторис, потому что понимаю, у меня даже нет времени отвечать на сообщения. И сейчас буквально часик погулять по лесу, ехать обратно в Киев. Что ребенку нужно для счастья? Палку и лес. Еще один ребенок. Маркус, красавчик. Все.
смотреть. Ну, сейчас я ножи там найду. Так, нас четверо. Ножи. Это самое. Так, мы приехали в Харьков домой буквально на один день. Вчера в 6 вечера мы прилетели, приехали на поезде. Сейчас в 6 вечера мы идем на поезд обратно в Киев. Поэтому, собственно, я даже никому не говорила, что мы приезжаем в Харьков. Вообще времени не было, даже телефон не брала в руки. Мне вот сейчас подруга пишет, вы там вообще нормальные, у вас 2 дня нет сториз. Подарок перед отъездом в Доху. Последний день Киев решил нас порадовать холодной погодой. Сегодня 14 градусов. Это прям очень холодно. В Катаре зимой так холодно не всегда бывает. Но мы все равно прогуляли весь день. И завтра уже летим обратно. Уже хочется в тепло, уже хочется в 50 градусов. У нас сегодня прощальная вечеринка с Киевом, с дружинской едой в Киеве. Я так наелась, сейчас ехать в аэропорт, уже сделали тесты на корону, делали в Синева. Вот там в течение 24 часов не делают. Вот, все хорошо, и полетим домой. Когда я пахну сейчас как duty free, потому что напшикалась, точнее напшикалась, пока вместе выбирала себе духи, я перенюхала, перепшикалась всеми, чеми только можно там. Ну что, мой влог из Киева был не особо разговорный, больше молчаливый и с показами красоты. Почему-то буквы и слова у меня не особо собирались в этот раз, но тем не менее, надеюсь, он вам понравился. Это было от души, поэтому не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, подписываться на меня в Инстаграме. И мы полетели дальше. Удивительный срач в катарской авиалинии. Непривычненько. Exits and walkways must be kept clear at all times. Baggage should be securely stowed in the overhead compartments or under the seat in front of you.